Доброе утро! В сегодняшнем видео будут кое-какие покупки, но сначала я покажу букет из гортензии и сирени. Я их объединила в один букет. Это сирень и это две веточки сирени. Добавила две веточки искусственных цветов. Вот они слева, сиреневые. И положу рядышком этот винтажный блокнотик, который мы когда-то оформляли вместе. Гортензия уже полностью высохла, осталось ее покрыть лаком, и, как мне кажется, букет получился богатый. А теперь, благодаря видеомонтажу, перенесемся в магазин Fix Price, где появилась новая коллекция осенняя. Мне очень нравятся тыквы, и, конечно же, я себе кое-какие купила. Выбор неплохой. Стояла и думала, брать ли мне этот подсвечник. Вроде и ничего, и размер такой приличный. Но в итоге не взяла. И снова, благодаря видеомонтажу, мы уже дома. И это мои покупки. Совсем немного продуктовых из магазина Fix Price. Всегда беру это печенье мюсли от Любятово. В составе этого печенья овсяные хлопья, воздушный рис, а также сушеная клюква и изюм. На мой взгляд, если бы было немного поменьше сахара, было бы лучше. В каждой коробочке находятся 4 маленьких упаковки. Вот они. В каждой упаковочке по 2 печенья. С чаем или с кофе идет на ура. Из-за того, что это печенье очень сладкое, оно вполне может заменить конфеты. А это печенье я беру первый раз. Я когда-то покупала подобное, но совсем в другом магазине. Сверху это печенье посыпано семенами льна, кунжута и ядрами семечек подсолнечника. Оказывается, еще есть и другие вкусы этого печенья. Я его уже попробовала, оно совершенно не сладкое и очень хорошо подойдет, например, к куриному бульону. И последний из продуктов – шоколадки Баунти. Рукав для запекания. Длина 3 метра, ширина 30 сантиметров. В комплекте также идут завязочки. Этим рукавом мы пользуемся очень-очень активно. Запекаем в духовке и мясо, и картошку, и овощи. Благодаря этому рукаву духовка и противень остаются чистыми, да и содержимое получается очень-очень даже вкусным. Два набора наклеек. Мне нужны были наклейки плоские, не выпуклые. Ну, особого выбора не было. Взяла те, что были. Ну и последние покупки из магазина Fix Price – это те, ради которых я туда и пошла. Тыквы. Это тыква-шкатулка. Сделана она из доломита. Она довольно большая. Высота вместе с хвостиком около 17 сантиметров, а диаметр где-то 12-12,5. Вторая оранжевая тыква высотой около 14 сантиметров. И это тоже с хвостиком. И она тоже из доломита.
как и эти тыквы. Их высота 13 и 10 сантиметров. Белые тыквы просто универсальны. Они подойдут не только под осенний, но и под новогодний декор, например. Ну и последняя тыква. Она из пенопласта, светлого лимонного цвета. Цвет очень приятный. Перекрашивать ее не буду, и она вполне подошла под эти крашеные. Настоящие тыквы. И, наконец, две последние покупки из магазина «Фамилия». Деревянная лисичка, уже раскрашенная, очень симпатичная. Если бы подобную я покупала на вернисаже, она была бы раза в два, а то и в три дешевле. И последнее – это то, зачем я вернулась в «Фамилию». Не купила с первого раза, а потом думаю, нет, все-таки это надо купить. Соусник. Он очень легкий, его удобно держать в руке. Хвостик – это ручка. Ну, в общем, чудная вещица. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи!